Всем доброго дня, доброго вечора. Я не знаю, коли час з вами я Лізард. Сьогодні, замість того, щоб проходить Сталкер Тінь Чорнобиля Гангейм, запишу мод по Сталкеру Дрімкетчер. Тобто він вийшов недавно, це. Ну, він ще навіть не вийшов, це ОБТ, тобто відкритий бета-тест. Ну, не буду затягувати, починаємо. Так, починаємо ми на новій локації полігон. Я так бачу. Приветствую. Я ассистент из научного института. Разбираюсь в основном с бумагами, но изредка провожу опыты на аномальных образованиях, привезенных из ЧИЗО к нам в комплекс. Впервые в жизни я отправляюсь в настоящую зону отчуждения с командующим нашего нового проекта. С профессором и, собственно, с военными, что будут сопровождать и охранять нас в течение нашего похода. Наша цель – исследовать место появления новой аномальной зоны, где был найден редчайший артефакт – ловец снов. Этот артефакт пока не принес нам никакой пользы, а скорее убытки. Да и к тому же погибло немало ученых при его изучении. Ведь это аномальное образование заставляет носителя засыпать, причем посмертно. Жуть, правда? Вот и мы пытаемся понять причину и характер этого явления. Я вот не верю в мистику, но, как говорили опытные сталкеры, заглядывающие в наш институт, мистика вполне нормальна для зоны. Это очень рискованно для меня, ведь я обычный студент, без нормальной военной подготовки и лишь с теоретическим опытом выживания. Так что вот он, мой первый поход в нее. Я видел много материалов. О мутантах, аномалиях, бандитах, радиации и многом-многом другом. Но что реально принесет мне это путешествие, я пока даже представить себе не могу. Так, вот так вот начинается мод. Военный полигон. Лагерь тренування. Как только настреляешься, сообщи мне об этом, и будем собираться к поездке в зону. Не забывай, что твои противники не будут стоять на месте. Враг может поджидать тебя за любым углом. Чо? Це обучення з Call of Duty, що? Так, що тут є? Пулемет. Прикольно. А, в ньому патронів нема. Йо-маю. В ньому патронів нема. Так, драпій. Це по факту наш командир, я так розумію. Тут куча є оружия. Тут є куча оружия. Чел. Погуляю сюда. А, даже так. Ну ладно, давайте постреляем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, одиннадцать, двенадцать. А, понятно. Ну все, патроны закончились. Я подивлюсь, может тут что-то? Да. Вот тут что у нас? Тут есть какой-то чел. Челон. Эй, ученый, дело к тебе есть. Слушай, помоги нам, а? Что случилось? Так, глупая ситуация у нас произошла. Овощ наш снова набухался в хлам. Он с вами в экспедицию собирался, но понимаешь ли, если его таким вот и увидят, сразу живем и закопают. Так, а чем могу помочь? Слушай, вы же по-любому в мертвом городе будете останавливаться в местном сталкерском лагере. Там наш человек есть, Сява его кличут. Мы ему должны были прибор этот передать по возможности, и уже договаривались, что наш дуралей его и передаст, когда с вами в экспедицию отправится. А он, как видишь, уже не в состоянии, блин. Ну, давайте прибор, передам я человеку вашему. Вот выручишь. Молодец. Как передашь Сяве прибор, он тебя отблагодарит. Я его сейчас предупрежу. Спасибо тебе, ученый. Как вернешься с экспедиции этой и... Ну, короче, как будешь в институте, сообщи. Мы обязательно с тобой пообщаемся и подружимся. Без проблем. Так, нам дала какой-то прибор. Прибор Филинова. Надо передать... Якомусь Сяві. Подумаємо, в мертвий город будемо відправлятися. Так, а тут ще щось є.
Полковник Громов. О, ассистент, не ожидал тебя тут встретить. Готовишь к экспедиции? Полковник, я тоже никак не думал, что увижу вас здесь в такой поздний час. Да, обучался стрельбе. Молодец, такие навыки тебе пригодятся, не сомневаюсь. Как успехи-то? Ну, как сказать, немного за день руку набил. Конечно, не все так хорошо, как от меня требует терапии, но базовые вещи я запомнил. Вот как. Ну, не плачь, парень. А говорят, что те, кому трудно в учении, легко в бою. Я знаю много примеров, когда у человека что-то не получается, а потом он становится профессиональным в этом. Это парадокс, но факт. Главное стремление и цель, понимаешь? Наверное, понимаю. Ну все, все, не вешай нос, ассистент. Надеюсь, тебе и не придется пользоваться оружием во время экспедиции, и все пройдет гладко. Да я тоже на это надеюсь. А вы тут какими судьбами? Еще и так поздно. Ну, мы на ночь остаемся. На ПТРе приехали, как видишь. Завтра сюда новые бойцы прибудут. Будем их учить выживать в местных условиях. Ладно, сынок. Удачи тебе там. Вернешься с экспедиции, заходи в гости. Сделаем из тебя супербойца. Было бы здорово. Тогда до встречи, полковник Громов. Так, понятно. Это все разумело. Тут у нас челы. Там обучаются. Болти. Оба-на. А тут прометил гранаты. Давай подкидаем гранаты, что ли? Раз. Два. Ух ты ж, ё-моё. Да и всё. Ладно. Ё-моё. Так. А почему вы не поедете в зону вместе с нами? Я бы с радостью отправился в эту чудесную экспедицию под руководством самого капитана Смирнова, но начальство выше решило иначе. Мне предстоит еще много рутинной работы в институте, извиняй. Господин Драпей, как вы считаете, у меня есть потенциал в настоящем бою? Есть, но я очень надеюсь, что тебе не придется его применять на деле. Так. Я передумал отправляться в зону. Отведите меня домой. Реально? Ха, ты без проблем. Уверен в этом, ассистент? Походу, концовка нова. Да, хочу домой. Все. На этом мы заканчиваем прохождение. Всем дякую за перегляд. С вами был я, Лизард. И пока-пока. Ладно, жартую я. Я готов, мы целый день тут торчим. Ха, оно и понятно. Ну, уже ночь на дворе, так что давай-ка закругляться, добро. Да, я уже настрелялся и вполне себе готов. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Ну, чё? Погнали. Капитан Смирнов, это Дропей, прием. Ассистент говорит, что готов собираться в экспедицию. Отлично. Тогда заканчивайте с тренировками. Ждем вас в институте. До связи. Ну, ты слышал его? Давай собирайся. На готовность 2 минуты, ассистент. Сталкер ловит снов. Топ-то дримкетча. Так, мы в мертвом городе. Дальше вы сами. Через несколько дней мы вернемся за вами, как и планировали. До связи и удачи вам. Так, профессор и ассистент, не геройствовать. Выдвигаетесь вместе с остальным отрядом строго за мной к местному лагерю. Со сталкерами мы уже договорились. Нас примут как своих. Все вопросы потом. Вперед. Ого, там самолет полетел? Стрелять я, конечно, толком так не научился. Но могли ведь хотя бы пистолет мне круто, выдать. Круто. Еще раз в зоне бачу самолеты. Хиба шо вертолёты там были всякие, а тут летак. Алло. Ой! Что происходит? Мне не выдали никакого оружия, даже ножа нема. Но зато є болт. Прикольно.
лупает что-то. Казалось, что в мертвом городе FPS просаживается, но я не думал, чтоб настолько аж. Да уж. Долго же вы добирались сюда, капитан. Надеюсь, добрались без происшествий. Ладно, пойдемте в лагерь. А то уже темнеет. Так, алло, меня слышно? С вами канал «На волне Чизу». У нас для вас новости. Кажется, сейчас все обсуждают новую экспедицию ученых, прибывших в мертвый город. А что думаете вы по этому поводу? Угу. Походу, вау, сюда даже... Вот он какой. Лагерь сталкеров. Ладно, сейчас мне нужно поговорить с профессором. Сюда, походу, даже добавили радио. Прикольно. Прикольно. Под зеркало тут было, что? Фонарик есть. Не знаю. Да, уж что-то FPS приседая хорошо так. Ты кто? Ты никто. Ты... Сержант Стричинский, слушаю вас, ассистент. Ну, просто обычный вояка, типа... Слушай, сталкера. Овчарка? А вот это нифига себе. А, привет. Техник, походу, але с ним поговорить пока не можно. Опа. Ты кто? Она. Никто. Ну тут я ще бачу одного персонажика. Ну, ну тоже не можно пока поговорить, походу. О. Сява. Ты кто такой? Че тебе надо, а? Не мельтеши мне тут. Я занят, жду человека. Я от Филинова. Филонова, точнее. А, так это ты, ассистент? Хорошо, прибор при тебе? Ну да, я ведь пришел к вам, чтобы его передавать. Хорошо, очень хорошо. Давай его сюда. Ну, держите. Отлично. Вот, возьми это за работу. Благодарю тебя, ученый. А теперь исчезни. Угу. Научный стимулятор 4108 бубликов. Так, ладно, я пошел. Угу. Так. А ты кто? Мракобес. Это да. Я хотел бы прогуляться тут. На крышу можно залазить, в принципе. Может, там что-то запрятано? Может, там что запрятано? Да. Так, тебя что за двери? Дверь закрыта на ключ. Хм. Ай. Давай, не лезу. Блин, ладно. Ладно. А вот я кто? Никто, понятно. Ладно, пойду я на другой этаж. На другой этаж. На другой этажочек. Тут кто у нас есть? Инквизитор. Парень, что или кого ты готов отдать за свою жизнь? О чем вы? О самом, что ни на есть простом. Ты готова отдать свою жизнь за что-то действительно весомое? Мне кажется, что вы перебрали с алкоголем или чем-то еще. А ты смешной парень. Только надолго ли это все? Извините, но мне это пора. Странный мужик. Странный вытик, конечно. На лице. Слышали? Говорят, есть какой-то артефакт. Слов называется. Его ученые в Припяти недавно нашли и в институт потащили. Артефакт редкий, и о его свойствах никто ничего толком так и не рассказывал. Одни говорят, мол, артефакт разговаривает с носителем, а другие же рассказывали, стоит на него лишь посмотреть, как уснешь вечным сном. Жуть. Что за бред?
Диалог между сталкерами. Ты кто? Если нужно что, спрашивай у главного. Понятно. Ты кто? Угу. А ты кто? Ну привет, ты уже никто? Вон ты никто? А, может тут пока ни с кем не можно поговорить, типа из-за того, що я ще не поговорив з головним. Можливо, можливо. Як пам'ятки я бачу, він на третьому етажі. Ой, не пам'ятка, я взагалі. Ну, так, пам'ятки. А, з ним теж не можу поговорити? А, нам з професором поговорить. Я геній. Професор, ти тут. Задурова. Асистент, где ж ты ходишь? Мы сюда не прохлаждаться прибыли. Это зона, и тут очень опасно. Извините, просто у меня столько эмоций, что словами и не передать. Здесь все такое страшное и загадочное. Вот именно, что страшное. Так, ну сейчас я с профессором Сорокиным обсужу наше исследование и обязательно позову тебя. Поэтому не уходи далеко, и тем более не выходи из лагеря. Ты, наверное, проголодался? Вот, возьми, перекусишь хоть. Можешь пока пообщаться с местным контингентом, чтобы не заскучать тут. Но будь осторожен с этими людьми. Дав две консервы за завтрак туристов. Я все понял, профессор. Буду в лагере. Что ж, так. Осмотримся. Шо, я сейчас запираюсь робить. Поговорить с местными. Смирнул. Ну ладно, я пока с усима поговорю. Опа. Пиши. Привет, как сам? Как жизнь? Как будешь, друг? И вам добрый вечер. Меня называют ассистент. Приятно познакомиться. Я ученый из научного института, а вы? Ой, извини, где ж мои манеры? Меня Кощей кличут. Я торгую немного провизией, ну и всяким по мелочи. Какой-то ты уставший, верно? Вот, держи, подзарядись, так сказать. Бери, это все знакомства. Обращайся, если что. Энергетический напиток сталкер 2 штуки. Хорошо, благодарю. Ты случайно не знаешь, что у вас на чердаке, который на крыше лагеря? Просто двери там заперты на ключ. Ну, мы вот туда раньше бухать ходили. Но потом там вонять сильно начало. Ну, мы и перестали. А что у тебя в торговле? Ага. Одна консерва. Да. Завтрак туриста стоит, ну, грубо говоря, 5000 бубликов. Вы чё? Какие 5000? А ты кто? Лихой. Ну чё тебе зелень? Кем будешь? Эколог. Меня называют ассистент. Ученый я из научного института, а вы? А меня Лихой кличут. Я тут типа торговец местный. Будем знакомы с Салага. Приятно познакомиться. Лихой, а ты знаешь, кто ведет канал на волне ЧЗО? Боже, вымывать не могу. Вечер. Спать. Тьфу. Ага. Шилик один. Однако соглашусь, иногда весело слушать, что он там бормочет. Ты случайно не знаешь, что у вас на чердаке, который на крыше лагеря? Просто двери там заперты на ключ. Понятия не имею. Даже о его существовании не знал, ассистент. Что у тебя под торгов? 267 344 бублика. За броню. Что здесь, по-моему, с экономикой? Что-то не так. Тут с экономикой что-то не... Да уж. 50 патронов, 9 на 19. 7152 бублика. Ну е-мое. Щось тут з економікою реально не так. Може тут великі награди просто, але я ще не знаю. Підійду опять до всіх. Угу. О, з ним можна поговорити. Жахернал, здравствуй, асистент. Здравствуйте, ви, видимо, вже знаєте, хто я? Да, слышала тебе от капитана Смирнова. Меня прозвали Джаггернаут. Я тут как бы охотник местный. Будем знакомы. Ну и надеюсь, что еще увидимся. Взаимно рад знакомству. Джаггера, хотел вот узнать, а что у вас на чердаке, который на крыше лагеря? Просто двери там заперты на ключ. Ах, да. Толик там сидит, бомжара местный.
типа не очень любит компанию, да и людей в целом. Вот и прячется там. А когда еда заканчивается, приползает и клянчит у нас хапчик. А вообще задрал он уже там сидеть. Так еще и запираться постоянно изнутри. Слушай, у меня ключи-то есть от чердака. На, вот, возьми. Глянь, пожалуйста, жив ли этот вообще или как. Связка ключей. Бывай. Так. Пидемо. Проверим, наверное, тим. Чердак. И потом пидемо до капитана Смирнова, якщо и жажу не найдемо по пути. Так, я на крыше. Чё тут? Ну вот, цей чердак. Открыть дверь. Да уж. Опа-на. Это че? Канистра с топливом. Это, походу, я квестовый предмет. Я не знаю. Толян бомжара. Ой, простите, не бейте меня только опять, пожалуйста. Я ничего не крал, это не я. Спокойно, тебя никто не тронет. Я пришел с миром. Правда? Фух, я так рад. А то тело уже сильно боит от постоянных побоев. А вы кто? Меня зовут ассистент. Стоп, тебя кто-то бьет? Да, причем частенько. Есть тут в лагере один сталкер. Мракобесом кличут. Он постоянно напивается, приходит сюда и избивает меня. Поэтому я начал закрываться на чердаке. Он же не имеет права тебя трогать, верно? Ну, конечно, не имеет. Просто он постоянно это бьет меня, потому что я не такой, как все. Я не очень люблю людей, и, возможно, от меня сильно воняет, но я привык таким быть. Я же никому не мешаю, всегда стараюсь избегать людей. Я разберусь с ним, по крайней мере, сообщу, если что, Джаггеру. Он же тут у вас, типа, главный лагерь. Не переживай. Как тебя зовут хоть? Меня Толик меня зовут. Ну, бомжара у меня кличка. Да, объяснить почему, думаю, уже не нужно. Слушай... Не думаю, что стоит связываться тебе с этим человеком. Он серьезный сталкер и к тому же опасный. Я слышала о нем много страшных историй. Думаю, что на каждого найдется управа. Не сидеть же тебе побитым все время. Жди здесь, я все улажу. Так, я дивлюсь. Тут у него есть какой-то рюкзачок. Оба-на. Призрачная звезда. Термозащита плюс 3, радиация плюс 2. Так, я сохранюсь, я ж надеюсь. Ничего не буду, если я его возьму. Мальчик нанес. Ладно. Сколько хоть цей арт стоит? А, ну да. Ну что, сигануть? Ай. Ну ладно. Так. Мракобес. Ты мракобес. Во-первых, не на ты, а на вы. Понял? У меня нет к тебе уважения, поэтому я буду тыкать, сколько мне захочется. Зачем ты избиваешь Толика? Че? Ты вообще кто такой? Зачем ты пришел сюда и что пытаешься сказать мне своим ртом? Два выбора. Смотрю, ты говоришь говорить нормально не умеешь. А давай это другое. Смотрю, ты и говорить нормально не умеешь. Что, кулаки чешутся? Так давай выйдем, поговорим за лагерем. Да пошел ты нафиг, понял? Давай, вали отсюда. Мы еще увидимся. Так, самосуд рассказать Джаггеру. Угу. Идем расскажем, наябедничаем. Джаггер, Толика, который живет на крыше, постоянно избивает сталкер Мракобес. Вот. Нашлась таки ниточка, за которую можно ухватить этого козла. Я все думал, как этого Мракобеса поджать наконец. Он тут еще дурачело. Но вечно следы заметают за собой. Вот же гаденыш. Спасибо, что сообщил мне об этом. Мы с ним разберемся. Это тебе заслужил сыщик. Молодец, ассистент. 5287 бубликов, да. Бывай. Так, пидамо, тоді, напевно, до Мракобеса. Скажем ему, типу, что
Все, мы там на тебя пожаловались, такая всякая. Ну да. А. Угу. Можна піти Толіку і ще сказати, типу, що все, ми з ним розібралися, там таке сяке. Вигнали його відсюди. Підемо, підемо. Ой. Так, Толік, Толік, Толік. Только не бей меня, пожалуйста, добрый человек. Все, Толян, можешь спать спокойно. Мы разобрались с этим мракобесом. О, спасибо тебе, ассистент. Не каждый бы помог такому, как я. Вот, возьми мне, эти артефакты не нужны. А тебе может пригодиться. Спасибо, друг. Спасибо. Капля. Плюс 6 термозащита. Закроем двери. Оп, давай, паркурист. Ладно. Ладно, пойдем до капитана Смирнова, наверное. Ой, еще, кстати, можно... О, теперь с Коленвалом можно поговорить. Привет, друг, ты ведь из ученых, верно? Здравствуй. Да, меня зовут Ассистент, приятно познакомиться. Я ученый из научного института, а вы? Ха. А я ремонтник местный, меня Коленвал кличут. Вот в технике разной копаюсь. Да и с оружием, так костюмами, так костюмами. В принципе, что хочешь, отремонтирую. Но вот, правда, с инструментами у меня пока все плохо. А, кстати, держи, это подарок от меня. Чтобы ты не загнулся тут раньше времени. Аптечка. Спасибо, неожиданно, но приятно. Рад знакомству. Это твоя собака? Да, это мой лучший друг. Его Муха зовут. Породистый, овчарка. Люблю таких собак. Они верные и надежные. А чем ты кормишь своего пса? Да, всем тем, что и сам ем. Муха непривередливая какая-то. Кушает за двоих. Но иногда я ее балую особым деликатесом. Каким же? Она очень любит глаза плоти. Сам думал попробовать. Но сейчас я полностью занят работой в лагере. И раздобыть ей такое лакомство не могу. А хотелось бы ее чем-то порадовать. Ты случайно не поможешь с этим? Я отблагодарю за помощь. Бывай. Ну, у меня еще пока немає оружия. Ну, может, вояки пробьют, я не знаю. Ну, ладно. Ну, ладно, а я пойду до капитана Смирнова. Надо поговорить с ним. Капитан Смирнов, здравствуйте. Здорово, ученый. Ой, еще, кстати, Валентир. Здравия желаю, ассистент. Товарищ Валентир, а откуда в институте и особенно у вас появились гаусс-винтовки? Да, я там приметил, там были гаусс-винтовки на полигоне. Как откуда? Друг, разве ты не помнишь, как я рассказывал про сталкера-проводника по кличке Крамер? Ну, це отсылка на... них не другие моды, походу. Это его заслуга. Он нашел чертежи винтовки в лаборатории X8 в Припяти. После чего мы с радостью посетили вход разработку этого оружия. Причем полным ходом. Жаль, правда, погиб этот сталкер. Говорят, на большой земле. Долго он не протянул. С головой у него что-то случилось. Суровый он мужик был. Целеустремленный, я бы сказал. Хм. Ладно, не будем об этом. Вот такие вот дела, ассистент. Бывай. Ладно, не будем слухать его, не через заводца. О, эколог, ты-то мне и нужен. Да-да, капитан, чем обязан? Да не обязан ты мне ничем. Я вот что хотел, предлагаю тебе немного вникнуть в суворую реальность этого мира. Я тут поговорил со сталкером, он мой старый знакомый, его кличка Джайр. Я предложил ему поднатягать твои навыки выживания, пока наши профессоры разбираются с бумагами. В конце концов, может быть, Джаггер научит тебя чему-нибудь сталкерскому. Покажет тебе какие-то основы их повседневной жизни. Как тебе идея, а?
Круто. Хорошо. Мне как раз стало интересно, чем живут и дышат сталкеры. Вот и отлично. Вот это я понимаю. Боевой настрой. Далеко ты пойдешь, новоиспеченный солдат? Вот, кстати, держи ствол. Думал отдать тебе еще за периметром его. Ты только в институте, не говори никому, что я тебе пистолет выдал. Договорились, а? А теперь вперед, ассистент. Иди к Джаггеру, удачи тебе там в обучении. Как бы. Так точно, капитан Смирнов. Погнал я до Джаггера. Опа, мне Браунинг, походу, выбрал. Выдал, да? А, ну там же шнапки было. Я от капитана Смирнова. Он говорил, что вы расскажете, чем живут сталкеры. А, да, верно. Давай начнем с практики. Вот, возьми, это детектор. Думаю, что как им воспользоваться, ты должен знать. Ведь так? Тебе же еще самому не приходилось артефакты находить. Значит, самое время попробовать. Это будет отличное начало для тебя. Пойдем за мной. По пути скажу, что к чему. Понял, следую за вами. Так. Боевой потенциал, следовать за сталкером. Так, походу сейчас арты будем шукать. Так чего его там видно сразу, я вот всего не разумею. Так, вот и аномалия. Видишь артефакт? Попробуй его подобрать. Подсказка. Артефакты в зависимости от их класса можно найти только при помощи детекторов. Чем лучше детектор, тем лучше и дороже можно найти артефакт. Ломать мясо, походу. Да. Папа там плюс. Первым артефактом. Ну как тебе? Этот артефакт для тебя я здесь оставил. Вот это да, навчание называю. Ладно. А вот настоящие артефакты находятся, как правило, в опасных местах. Так сказать, в самом пекле аномалии, в которую ты за ними полезешь. Собственно, арт и детектор оставь себе. И вот еще, держи это охотничий нож. Полезная вещь, не сомневайся. А, ну да, точно. Куда без этого? Тоже возьми, это водка. Хе-хе. От радиации помогает. А еще от депрессии. Все, боец, пока что больше ничем тебе помочь не могу. Так как у меня дела образовались, извини. Сходи к моему напарнику, его кличка Лысый. Если он в настроении, то научит тебя стрелять и свежевать мутанту. Ну понял, спасибо, пойду пообщаюсь с ним. Хе-хе-хе. Ну что тебе надо? Здравствуйте, вы, я так понимаю, Лысый? Че? А ты, я так понимаю, дофига умный? Блин, Джаггер рассказал тебе ко мне обратиться, да? Да, именно он. И что он тебе сказал? Сказал, что вы научите меня охоте на мутантов. Делать вот мне больше нечего. Да и чему там учить? Видишь, мутанта стреляя, если жить хочется с мутантов, собственно, можно срезать конечности. А их, в свою очередь, можно продавать. Кстати, вы экологи, больше денег за это барахло даете. Чё тебе еще? Что-то не уяснил? Ну, чё так смотришь на меня? Ты думал, я тебя на мутантов поведу смотреть? Открытый урок проведу? Прости, зеленый, но не настроение я. Давай-ка ты иди отсюда. Научите меня охоте на мутантов, пожалуйста. Мне ведь очень интересно. Реально? Так рвешься? Серьезно? А я-то думал, ты секунды. Ладно, зелень, пошли за мной. Кое-чему научу. Спасибо, иду. Так, сейчас будем учиться стрелять. Охотиться на мутант. Ого, у него протектор. Нифига крутый. Лучший опыт — это практика. Вот, возьми. А теперь следуй за мной и прикрывай меня. Понял? Понял. Ой. Охота прикрывать сталкера. А чё ж его прикрывать? Вин же ж нас учишь по факту. А, ну часы. Отбиться от слепых псов. Ну да. Ух, ё-моё. Ну он их замес может. Ё-моё, чё с мутантом тут? Ух ты ж, ё-моё. Ты чё по мне стреляешь? На-на. Всё. Подсказка. С убитых мутантов можно срезать конечности. Они хорошо ценятся учёными. Якщо шо, хто не знає, це щоб швидко підбирати,
або все підібрати, типу, замість цієї кнопки можна просто нажати англійську X. Або ж українську Ч. Та і все, в принципі. Ну что, в принципе, понял. Убил мутанта, забрал трофей. Все просто, правда? А из тебя, быть может, и вышел бы хороший сталкер. Двухстволку оставь себе на память. Ну что, пошли в лагерь? Да, благодарю вам. Пойдем в лагерь. Так, все. Ассистента, мы скажем, навчили охотиться на мутантів. Не знаю, можно еще поговорить? Ні. Так, ты кто? Охоронець, воєнний. Солдат. Вояка. Да. Слідування, ну, значить, що робить професор. І так. До вашої уваги в мене вилетіла ігра. Найс. Я, коротше, таки сохранився, і така ігра. Побум. Хоча, а що я загружаю? Сейв вже ж поламався. Навірно. Ні, ну повинен був поламатися, ну хорошо, якщо не поламався. Походу не поламався. А це хорошо. А таке мені подобається. Заходьте в мій ТГК. Да, отак от різко. Переключився з одної теми на другу. Заходьте в мій телеграм-канал, будь ласка, все буде в описі, дискорд-канал. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, напевно, ми зараз будемо на цьому закінчувати. Так, там чого-то відбиваюся. Ми, напевно, будемо закінчувати. Зараз узнаємо, що робить професор. Асистент, чого ж ви, сударь, прийшли так рано? Я ж вас ще не звав. Ну как же, профессор, я хотел узнать, когда мы начнем исследовать аномалию, которая создала мистический артефакт «Ловец снов». Ох, ассистент, погодите, мы с профессором Сорокиным еще не собрали достаточно данных об этой аномалии. Понимаешь ли, место, где был рожден этот артефакт, может также обладать усыпляющими свойствами. Поэтому идти туда небезопасно, я бы даже сказал смертельно. Ха-ха. Жди, друг мой, когда я сообщу тебе о готовности. Но, господин Садоров, чем же мне тогда еще заниматься? У меня ощущение, что я вам даже не нужен в качестве помощника. Почему вы и профессор Сорокин не обсуждаете эту аномалию вместе со мной? Разве я не должен быть посвящен деталям? Я ведь тоже ученый. Какой же ты нетерпеливый. Пожалуйста, не мешай нам, ассистент. Как только ты понадобишься, я с превеликой радостью скажу об этом. Ага, буду ждать. Отдохнуть и лечь спать, но... Подожди. Подожди, я хотел бы подивиться, какого они там... Ой, мутанта замочили. Стоит вернуться. В смысле? Ладно. Сходу не подивлюсь. А, я забыл до двери. А, поможи, поможи, поможи. Я заблукав. Так, во, нашов. Так, піду посплю. І буду спати. Магічно. А, тут даже. От так от зразу. Так. Новий день, нові пригоди. Куда делся профессор? Узнать, куда ещё за дуру. Да-да. Профессор Сорокин, скажите, пожалуйста, куда ушёл за дуру? Не волнуйтесь, молодой человек, он скоро вернётся. В смысле? А где он? Спокойно, спокойно. Он пришёл на разведку с военными в сторону аномальной зоны локатора. Туда, где был найден тот злополучный артефакт. Как так? Почему он ушел без меня? Блин, зачем тогда мне было вообще в зону эту брать? Не горячитесь, молодой человек, просто вы еще слишком неопытны. Профессор волновался за вас, вот и решил не беспокоить. Попросил лишь, чтобы вы его дождались в лагере и не делали глупостей. Ладно, напевно... Ага.
Ассистент, так тебя зовут, верно? Ну да, а вы, собственно, кто? Да, не суть важно, кто я. Даня Белый. Чего смотришь так? Ну, обычный сталкер я. Слушай, ты же ученый, значит, что, да понимаешь в таких вещах. Проделал я недавно по городу. Извиняюсь, но мне не интересно. Да погоди ты. Иду я, значит, по городу и слышу, как звонит телефонная будка. У меня дрожь по спине. Я ноги в руки и как умчался оттуда сразу. Слушал, и слушай, ты вот веришь в призраков? Не очень, но в зоне есть очень много странных и необъяснимых вещей. О, да, много-много. А может, сбой это какой? Или глюки у меня уже? Ой, не знаю. Я-то и не пью ничего, не употребляю. А такое вот лично услышал, что аж кровь в жилах вскипела. Страшно мне стало очень. Слышал я, что в зоне много таких мест. Типа аномалии, отголосков прошлого. После аварии будто бы жизнь не совсем то в городе прекратилась. Понимаешь, о чем я? Звучит действительно очень страшно, но прости, ничем не могу помочь. Да, я и не надеялась на помощь, эколог. Просто, знаешь, хотелось кому-то выговориться. Ты же все-таки ученый, ну я и подумал, что смог бы ты как это как-то объяснить, так сказать, с логической и научной точки зрения. Увы, я не знаю. Так, напевно, ми будемо закінчувати. З вами був я, Лізард. І до наступної серії. А я поки заберу оці всі штуки. Піду, напевно, продам артефакти.